Отчего люди не летают, как птицы? Как я люблю эту фразу из «Грозы» Островского. На мой взгляд, это одно из самых красивых произведений русской литературы. Не так давно историю воплотили на сцене Тюменского драматического театра. Зрители ждет не только глубокий психологизм прошлого, но и современные спецэффекты. «Грозу» и «Молнии» заказывали в Санкт-Петербурге, а на сцене вместо привычных вертикальных – горизонтальные декорации. Сюжет оставили прежним. Главная героиня, замужняя Екатерина Ивановна, как и 150 лет назад, влюбляется и гуляет на стороне. Казалось бы, судить ее за безнравственность, но в итоге одна она, как писал Добролюбов, луч света в этом темном царстве. Почему светит солнце и идет дождь? Малыши нередко задают эти вопросы своим родителям. Однако не все знают на них ответы. В кукольном подскажут правильные варианты на все загадки природы. Кажется, кто-то летит к нашим цветочкам. Этот спектакль появился в репертуаре театра в новом сезоне, причем впервые в таком формате, что на него можно приходить даже с двухлетними детьми. Постановка идет в малом зале, и вместо кресел ребята сидят на мягких подушках. Кстати, в эти выходные, если прийти в кукольный всей семьей, можно получить скидку. Папа с мамой покупают себе билеты, а ребенку дают его в подарок. Выходные в тюремной камере. Звучит не слишком привлекательно. Однако я бы задумалась о таком досуге. Но только если это часть туристического маршрута. В Тобольском музее-заповеднике полтора года назад открыли уникальный хостел в реальных камерах тюремного замка. Это одно из самых мрачных мест Сибири. Кроме экстремальной ночи под стражей с полной изоляцией, для любителей острых ощущений здесь предлагают экскурсии по замку и знакомство с системой наказаний. Футбольный клуб «Тюмень» уже 6 матчей подряд не проигрывает соперникам, а в 9 последних неизменно забивают голы. Улучшат ли статистику в эти выходные, узнаем 2 мая. Соперники тюменцев – красноярцы. Енисей, кстати, в турнирной таблице на 13-м, а мы на 8-м месте. Но расслабляться не стоит. Наши футболисты сумели дома сохранить ворота на замке только в 5 поединках из 17. На этом у меня все. Пусть выходные вас ждут только приятные встречи и море впечатлений. Дарья Власова, Сергей Мякишев, «Тюменское время».